У российских туроператоров эпидемия. Компании закрываются быстрее, чем меняется погода. У отдыхающих новые проблемы. Крупная туристическая фирма «Южный Крест» стала уже 15-й компанией, обанкротившейся нынешним летом. Эвакуация может понадобиться 4,5 тысячам наших туристов, которые сейчас находятся за рубежом и не имеют обратных билетов. По данным Ассоциации туроператоров России, еще около 20 тысяч человек, купивших путевки у «Южного Креста», могут вовсе остаться без отдыха. Как выяснилось, многие ярославские турагентства сотрудничали с «Южным Крестом». Летом это были в основном путевки в Грецию, зимой в Арабские Эмираты, Таиланд и на Шри-Ланку. Туроператор в рейтинге был во второй десятке. По предварительным данным, отпуск сорвался у 20 ярославских туристов. Они рассчитывали на поездку в Грецию и Доминикану. Теперь они планируют обращаться в страховую компанию.